Новый клип Вильна от неожиданного дуэта Тины Кароль и группы Хардкисс разбираем. Погнали! Ребятушки, привет, с вами несменно Богдан, кто еще со мной не знаком, обязательно подпишись на мой канал Беспала Мьюзик, стань частью нашей интернет-семьи, будем вместе покорять музыкальное пространство Ютуба, ведь Беспала Мьюзик это 24/7 о музыке. Сегодня мы с вами говорим о неожиданной, действительно горячей премьере. Украинская певица Тина Кароль и группа Хардкисс объединились, создали композицию «Вильна». Эта песня является саундтреком к фильму «Виддана». Сегодня состоялась премьера, наша с вами задача посмотреть, оценить с точки зрения композиции, с точки зрения клипа, эстетики визуальной и понять, топ это или флоп. Так что предлагаю не затягивать время, смотреть клип. Кстати говоря, если вы обратили внимание, у нас с вами изменился фон, он у нас теперь... зимний, праздничного настроения вам в ленту не помешает, поэтому воп, зимняя сказка. Тем временем смотрим Хардкисс и Тина Кароль Вильна. Погнали! Интересно. Кстати говоря, здесь визуально Тина Кароль и Санина похожи даже по типажу. По правде говоря, неожиданно видеть Тину Кароль в дуэте, тем более с группой Хардкисс. Хотя, с одной стороны, Тина уже работала с бумбоксом, вроде как это нормально и логично, но с другой стороны, это Хардкисс. Это такие две разных творческих единицы, которые в один момент объединились. Тем более, насколько я помню по интервью, ни Тина Кароль, ни Юлия Санина не любят особо дуэтных работ. Потрясная картинка, как обычно к саундтреку используют вставки из фильма. Посмотрим, как это гармонично объединилось вместе с Тиной и Юлей, не знаю, но пока визуалка очень даже неплоха. Красиво вокально они сочетаются. Вау! Вау! Два совершенно несочетаемых вулкана, как мне казалось, в один момент стали одним целым. Насколько это гармонично и клево. Я завис, пытаюсь подобрать правильные слова, но у меня их нет, потому что действительно все скомпонировано потрясно. Я понимаю, что в первую очередь это работа режиссера хорошая, это, конечно же, подбор композиции. Кстати говоря, сам бит обалденный. Нету вот этой заезженной попсы. Здесь уж Юля и Тина постарались, потому что в какой-то момент Тина Кароль начала экспериментировать со стилями, и где-то это все маневрировало на какую-то отрицательную большую сторону, потому что не было интересных, ярких там работ элементарно. Мне настолько нравится этот дуэт, что я хотел бы музыкальную группу в виде Тины Кароль и Юлии Са. Я, честно говоря, удивлен, потому что я не часто восхищаюсь украинским, там, русским рынком. Чаще всего у нас делают либо очень хорошо, либо очень плохо. Безусловно, есть эталонные артисты, но в целом, ты когда смотришь премьеру отечественного производителя, ну, как-то где-то так и пытаешься подобрать корректные слова, чтобы не материться. Элегантная Тина Кароль и загадочная Юлия Санина. Просто, я не знаю,
взорвали мой мозг, потому что неожиданная работа, во-первых. Во-вторых, настолько красиво сочетаются их голоса в композиции. Очень хороший и качественный бит, обалденное сведение. Я не удивлюсь, если, кстати говоря, сводили на студии Юли Саниной. По-моему, в интервью для The Interviewer она рассказывала, что на территории их дома они создали свою студию звукозаписи. Там они записывают материал и хотят записывать будущих начинающих музыкантов. Так что вполне может быть, Татьяна и Кароль поколдовали на студии Юли Саниной дома. В общем, хорошо, красиво, эстетика, они настолько разные, но в то же время похожи. Режиссер очень правильно и тонко прочувствовал состояние девушек внутреннее, поэтому они только дополняли друг друга, никто не притягивал одеяло, никто не пытался доказать, кто же лучше, круче, как это в основном бывает, в принципе, в дуэтах, особенно женских. Лично от меня 1000 лайков, 1000 поцелуев, неимоверная работа, ставлю 10 из 10 за песню, 10 из 10 за клип, 10 из 10 за органику и идея клипа, как это все объединили вместе с кадрами из фильма. Кстати говоря, мне кажется, артистки выбрали очень правильную позицию, никто не ожидал такого тандема. С одной стороны, у них очень разные тембральные краски, разные голоса, но при этом два артиста, не просто артиста, два крутых вокалиста смогли объединить так друг друга в одно целое, что ты смотришь, ну и влюбляешься. Ну, нет у меня слов, ну, блин, каша в голове, потому что позиция застряла в башке моей, и я сейчас полностью какой-то еще эйфории, до сих пор под магнетизмом Вильнюи. Для меня сегодняшняя премьера настоящее открытие, поэтому заряд обалденного настроения обеспечен. Ребят, мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Обязательно в комментариях напишите, как вам такой несочетаемый, сочетаемый дуэт Тины Кароль и группы Hardkiss. Поставьте свою оценку от 1 до 10 за клип и композицию. Подпишитесь, станьте частью моей интернет-семьи. Будем вместе покорять музыкальное пространство YouTube. С вами был несменно Богдан. И мы с вами встретимся где? Ну, конечно же, у меня на канале.